Я так понял, мне ФДК спектрится? Я слухайся. Уфаюсь уже. Так, сейчас телефон звонит, быстро отойду. Блин, вроде ГС больше был. Удочку поменяй. Пришли. Так, давайте чек на пул. Рыбы нету. Макгрегору ФДК спектится? Нахрен его знает. Кто там танк из вас сами решает? Вон, то Войд, посмотри, зашел, я не знаю. Ну, будь в БДК Макгрегор, слава в ДД. Окей. Так, давайте все готовы. Начинайте на пулы на Макгрегора. Там рыбу поставили. Так, давайте. Прям заходим, под мордой не стоять, во лужах тоже не стоять. Рост давать? Да, да, дайте рост. Там шип сзади на ханте, где-то слейте шип. Ну, чё вы под мордой дохнете? Чандлер, Реса и Козыря. Так, давайте. Вихрь, на БДК. На БДК в этих шипах бейте БДК. Чё вы дохнете от морды? Чё, совсем тупые? Или вас на форточке катали? Смотрим, лужи. Первый гимн. Волкер по команде Дарьим. Играйте по шипам, сейчас будут шипы. Играйте по шипам. Смотрим, сейчас шипы будут, еще раз надо будет их сливать. Играем по шипам, там, там, по-моему, в шипе бейте танка. Давай им. Отходим от луж. Кстати, лужи кончаются, сейчас во фрейм становимся. Сейчас лужи будут. Давайте за жопу становимся. Так, агро, агро. Так, давайте, сейчас будет вихрь, танки, готовьтесь разбегаться. Блять. Давайте, разбежались, хилим рейд. Сейчас будут милики, играйте по шипам, РД бейте, босса добивайте. Смотрим, сейчас лут будет, лужи, шипы. Играйте по шипам в центре. Давайте, выходим с луж, добиваем. Давайте, добивайте уже так. Там будут шипы, игнорируйте, шипы бейте. Слушай, только уходите. Все, добивайте. Лужи, смотрите. Нарезайте павших, трэшите пока не чистите. Пояс рольте на мейнспек. Кому осколки? Сейчас настрою аддон, чуть не сбился. Следующего на приста заходить? Да, будь на БДК пока. Так, значит, он опять сбился. Смотрим, кто там. Волкер, получается, да?
вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истины. Шип, надо сейчас. Кинжал надо кому-то 10%. О, фаертрой. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кольцо надо кому-то? Лабиринта на мейнспек. На офспек. За 10. Ах, фаертрой, это же злого маг был. Он отдал, что ли, его? Чем раньше вы осознаете собственное... Нет, это новый маг. Там, по-моему, ну, опа отличается. Ну да, это не злой, по крайней мере. Я хрен его знает, мы же украли. Да, пока что. Так, слава спекайся в танка. Он спекнулся, молодец. Давайте добивайте трэш. Там кто умер, пока можете бежать по тактике. Два БДК слева, протопал справа. Первый на пул будет на войда идти. Он пожирнее, он сильнее огромно себя возьмет. Остальные бойте на Макгрегора. И так чередуйте между собой. Трэш сливаем по команде, 2 приста, 2 друида, фирим, контролем. Паладин и капли сливаем, если там будет лайп, то это ГП будет. Духи хлопнули ГП, ну, как сами знаете, все. Подождите, не агрите второго паука, мы вот не захилим. А, да, кстати, сейчас удалю до Морелла. Так, Макгрегор одевает там на ДД Трини, ДД кольца, так огром лучше набивается. Что там? Одевает ДД кольца, ДД Трини, там огром будет лучше. Так, давайте, что там по бафам? Приста баф дайте, каску магам, паладинам. Лапу дайте. Инту дайте. Давайте чек на хул. Ну, вроде все готовы. Давайте начинаем. Ступать в эти священные покои. Это место станет вашей могилой. Давайте вышел трэш, играем по трэшу. Здесь этот парюх по леди бьет, ГП даю. Добили с одной стороны, играйте по второй. С левой стороны, с правой стороны добивайте трэш. Давайте играем по леди, смотрим, контроли сейчас будут. Контрольте, контрольте. Thank you.
Так, давайте трэш вышел, играемся по трэшу. Играйте с правой стороны по трэшу. Готовьтесь, контроли сейчас будут. Контрольте. Волшебник законтрольте, Балонара законтрольте. Блин, бабу надо было слить. Да играйте пока по рейде, надо будет стопнуть, скажу, когда стопнуть. Стоп по рейде, ждем трэш. Стоп по рейде, не бьем. Вышел трэш, играем все по трэшу. Давайте быстро бьем, переводим, бейте. Давайте, чтобы трэша не было, бейте с правой, так, все сбили. Слава, лови на БДК на пол, на Войда на пол. Контрольте локка. Давайте, на Войда на пол, играйте по трэшу. Играйте по трэшу все. Диспельте эфир. Давайте, все трэш бейте, там еще один моб. Ладно, если выйдет, сольем. Бьем леди. Капли сливайте, капли откадешились. Духи в центр возле леди. Дайте рост, если есть здание, может дать. Там КД. В контроле давал. Давайте, идем пока леди. Следующий на пул на Макгрегора. Контрольте. Давайте, контрольте игроков, бьем пока леди. Смотрим, сейчас трэш выйдет. Там капли слейте, если не слили. Вышел трэш, идемте леди чей-то трэш бить. Духи возле леди аккуратно. Давайте бьем трэш. Так, духи, не вижу где духи, сами смотрите. Смотрим, сейчас будет контроль, готовьтесь. Так, контрольте игроков, духи возле леди два штуки, контрольте, всех контрольте. Рогу законтрольте быстрее. Так, духи взорвали ГП, контрольте, пристые эфиры даете, давайте. Играйте по трэшу. Так, духи аккуратно. Бейте трэш. Так. Чандлер, Эсса, Трисию. И все. Следующий на пол. На кого-то, на Макгрегора давайте. Духи возле леди аккуратно. Контрольте, всех контрольте. Дайте, фиры дайте, там все дайте. Духи аккуратно, пошли духи. Диспельте фиры. Так, давайте мобов в центре там задут эти. Вышли духи, вышел трэш, играем все по трэшу. Давайте все трэш дружненько бьем, там танки набирают агро. Так, дух возле леди, аккуратно отходим. Добивайте моба, играем по леди. Смотрим контроли, последние контроли. Расконтрольте игроков сейчас. Контрольте. Саву законтрольте, так, Саву законтролил, Ханта законтрольте, как вилки пройдут. Смотрим, сейчас вилки у Ханта пройдут, главное, законтрольте его. Блять, кто духов, сука, взрывает? Все, добивайте. Трэш игнорируйте. От духа подойдите. Резайте павших там наверх не идите, резайте все павших. Ну, да, просто, ну, ебать. Надо кому-то за 10 отдам.
Чистите трэш, сейчас я зайду ревогры быстро. А есть кто-то с Украины? Почему Вов не пускает? Кваренька же с Украины, нет? Я не знаю. Hi, my name is Lesia. I'm from Ukraine. Подожди. Волосабы-то пускают? Что в Германии? Разница не играет. Ну дайте мне ссылку, может что-то надо прописать там? Попробуй роутер перезапустить. Украина? То что выбрать? Роутер перезапусти, айпишник новый словить. Клиент новый включай. Ты просто скорее всего 3 раза неправильно пароль ввел, вот и получил 15-минутный бан. Почему так работает? Да, если 3 раза пароль неправильно вводишь, логин либо пароль, то айпишник твой ловит 15-минутный бан. Так, давайте берем все ранцы, БДК берет, протопол тоже берет ранец. Все на тот корабль летаем, пушки забираем, разбираем сразу, реем, разряжаем, когда выйдут. Я в пушке посижу. Все равно ДПС. Да, занимайте. Так, запускайте там сейчас ранец. Стойте. Сейчас подождите, не запускайте. Все тут запущу. Запустил. Сила и честь. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Там пока стоим, бафы вроде есть. Можете вот мазбафы дать, чтобы быстро. Давайте пока на нашем корабле трэш сливайте. Давайте на нашем корабле льем. Так, смотрим, сейчас маг будет выходить. Так, маг вышел, полетели Доксан, Ресса и Азиона, вторая пати. Бейте пока нашим корабле, там одного моба. Так, смотрим, огонь не срывайте только. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Так, смотрим, маг вышел, ДК полетел, вот все, идите, сливайте мага.
Как перелетать, там доты добьют. Играйте пока на нашем корабле трэш. Давайте, пушки. Смотрим, мах сейчас будет. Разряжайте, разряжайте. ДК улетел. Пока. Пока, пацаны. Круто, говорит, давайте еще раз. Слушайте, тут, блядь, такое фаршоу. Сейчас. Если ты не умрешь, может, тебя суманем. Как эти носу. Это ж плантация, коки. Ну ты, Катя. Да, умер. Тебе надо что с корабля? Тут есть камень души. Не, ничего не надо. Если я нажму, я резнусь и опять же упаду? Да, умрешь опять. Вот, ну, этим кубом. Надо топор. Так, это нормально, и за половину. Нет, это не нормально. Давайте за 10, короче, все, надо кому-то что-то. Да, ладно, ДК отдам. Это бис на рогу вроде. Кидай мне на разбил там. А монета на кого идет? А, роль тип. Эти плечи сюда, там кивей рулит и еще Black Zombie. Роль тип. На мишку топ. Кивей. Монета на ГС нормально. Что-то оно ничего не дало. Можешь монету, скажу. Можешь монету, если никому не надо для ГС. Тупо для ГС. Даже я носить ее не буду. Что? Так, а что там? Так, Оксана, где ты там? Так, давайте все тут, с рука запустил, пока бахаетесь. Да, я с монетой, брат. Выдвигайтесь. Лунного сына. Ты, конечно, а может смысл. Где-то чуешь, Ваня, а может где-то прописать надо этот сайт или что? Не сайт этот. Я не знаю, что тебя там забанило. А что? Что-то не можешь войти. Попробуй зайти. Не забанил, я к вам зашел по декадейте. Прибавь, пожалуйста. А в личный кабинет я пускаю, там что написано, мут, да, бан. Да, все, но бана нету, муту нет. Может, тебе там не проходит связь где-то? Это 100%, я говорю, вот 100% у тебя забаненный айпишник на данный момент. Ты неправильно вводил пароли. Либо кто-то из твоей сети с таким же IP, как у тебя, и со стороны сервера твой IP забанен. Поменяй пароли лучше. Уже да, хотели взломануть. Блять. Просто перезапусти роутер. Выключи его и подожди секунд 15, чтобы твой айпишник ушел кому-то другому, и ты при включении потом получил новый айпишник. Либо жди 15 минут, не вводи никакой логин или пароль вообще, а потом попробуй войти. Как истерия УДК называется. Дайте приставав. Так и называется. Где он? А, вот нашел. Так, приставав, дайте, алло, присты. Кей кинул, врага. Приставав, присты, сейчас ЭП дам. Волки, козырь. Давайте, в рыжу ставите с собой, если мало. Кто первый танчит, кто первый танчит. А, мы... а где вы танчите? В центре. У лестницы? Где-то тем зелененький стоит, в центре. Обрыва прыгай. Давайте, Рост. Мильки тебя сейчас походу будут рассказывать. Бейте трэш. Четко трэш бьете. Педлер, можешь меня рисовать. ДГП пахнет, что трэш вырастает, его никто не бьет.
Хавкер, волшебная, Баланар, Кивэ, ладно, мелкие. Никон тоже мало, Оксана, Блэк Зомби. Играйте по Тэшу. Запахло ДП. Да, кстати, я сейчас лежу, могу смотреть, кто бьет, кто не бьет, могу ХП кинуть. Прикольно. Так, сейчас будет трэш, сливайте трэш. На ком будет агрот? А, нормально. Бейте трэш все. Макрегор отдай. Вообще ничего не отдавай, играйте по трэшу. Бейте трэш быстрее, вырос. Сейчас на ком будет агро, Макрегор, дай незабедимость. Чтоб мне не так сильно било. Дай незабедимость. Играйте по трэшу, бейте трэш. Дайте, ничего не давайте, играйте по трэшу. Бейте трэш, там один мод надо слить. Все, добивайте, дайте сакру. Хильте метки. То ли Ника, то ли я 275 трэш. 180. Надо кому-то кинуть на майнспик. На офспек. Сейчас отойду. С матерью и предками. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва. Рольте защитника. Да, кому-то обычный покоритель, завоеватель. Мне. Кому-то присоедините к QV. Ну, ладно, ребята, говорю, короче, не на фул буду идти, так что зря надо уходить. Удачки вам. Возьмите там одного для кого-то с гильдии. Ну что, идти эту подругу звать? Ну конечно. Thank you.
Не, нет смысла идти туда. Может, на граф пойдем? Нет смысла идти туда. Как дела? Ой, давай кого бить. Где наш портопал? Валера, ты тут? А ты в РК можешь говорить? Ну, можете постоять как бы полчаса, я пойду, наверное. Тролли раздайте, блин, ё-моё. Если это тонкий намек. Не вижу все равно без звука. Слышно, нет? Слышно, слышно. Мне, короче, я так понял, типа релик приходит, да? Вот я как бы изначально задумывался релом. А? Войт, когда рейд собрал, сказал, что ты будешь релить изначально. А, типа, ну... Стал. Первый раз был. 10 ДК, войска нет у вас? ДК на КД. Я дал только что, отдавал вот до этого. На, тебе лутера забирай, там трэша чуть ебанул. Чем? Трэш? Мы пошли не на профа, а сюда. Потому что профа не будет. Что значит? Ну, проверять не залейте ману.
Шторы проект набирали, куча ДК, 5. Где-то Филиппец в вагоне какого-то, какой-то блок интересный. Да что с обычки, блин, даже печеньку не заберешь. Два рейда он ходил, блин, с тобой и ни одной печеньки не забрал. Я вообще не следил за лутом, мне начали там строчить в ПМ, типа дай какую-то печеньку, я вообще не понимал о чем. Потом поставил сумку, как за мной он печеньку кинул. Ну, у меня есть печенька паладин, прист и лук. Надо кому обычное? Дайте бобну доверу. Огонь. Поставьте шкаф. Смоньте мизантропа. Друид, вторая группа. Смоньте, давайте ему баф. Давайте все бафы. Ешьте рыбу. Рыба слева стоит от рейда. Кто у нас офф-танк? Animal Jazz. Все, я уже вижу. Ну, значит, БДК на двоих, протопал на килисей. Ханты ему сфер типа подбивают. Сфер на пул. Все здесь уже? Дайте баф. Дайте пристабаф лапу. Пристабаф лапу дайте. А на вихре танку стоять, да, или как? Да, стой. Потом просто спроси их. Вернуть там же, где были. Чек на пол. А вот он иногда еще ДБМ пишет, он кидает какой-то вихрь, какой-то под вами, что-то он пишет. Все, это... начинаем. Ты сам смотреть, рядом он или нет. Так, могучий вихрь. Нужно набирать рейндж друг от друга. Все максимально друг от друга разбегают, а сразу набирайте рейндж друг от друга. Вы подальше встаньте, по всей комнате растянитесь. Давайте подбивать кинетику. Выхи, разведитесь. Дальше. Не бегите, если на вас много стаков, мало хрупа, они как стаки спадут, вас захилят, потом двигайтесь понемножку. Убивайте по кинетику. Разбегитесь. Песета бьем точечно. Кинетика падает. За кинетикой следите там. Animal, ты на килисете набирай игру. Только ядра держи их. Сейчас бьют. Хер на ступеньках, отойдите оттуда. Смена цели 5 секунд, готовьте, сейчас Талдорана будем бить. Не бегайте там по выходе. Третий рейндж сразу лучше. Выход. Для босса выход. Этика над боссами прям падает. Штук. Файт. Вихерс на ступеньках по центру. Уйди, козырь.
Смена цели сейчас будет. Волонар будет, скорее всего. Наберите все рейндж, кинетику подбивайте, вихрь, разбегитесь. Друг от друга разбегитесь. Слоу хп не бегайте, ждите, пока вас захилят. Понемногу сейчас тоже рейндж набирайте, уходите друг от друга, еще один вихрь будет рядом. Наберите рейндж. Смена цели 5 секунд. Добиваем. Бесета бьем. Даже тут кто не умер. У нас куча ДК, сейчас кто войско не давал на этом трэше. Давайте, кто осколки собирает? Волшебно? Две минуты еще войск. Осколки кто собирает? Волшебно, паладин, по-моему, да? Я могу так делать. Тоже зомби войско, господи. Ну, по очереди дадите. Там на одной, там, сагрите одну пачку, дадите войско, потом следующий зомби пачку. Запястья латные. Да, успех нужны наручи. Что так везет, блин, с интеллектом, а? Рубак кольчужный. О. Опа, какие лежали. Это ты на оф рубак кольчужный ролишь? Ну и где войско? Алло, ДК. Я минуту списал вам. Нужно было подождать, пока откинет, а потом будет как оставаться. Кожаное плечо с духом нужно кому-то. На мейн ты ролишь, да? Ну я их нового еще не кидал. Внимательно следи за тем, что в чате ты пишешь, когда я кидаю на ролл. Войско откуда? Ой, а что с тобой случилось на Хелисефика? Там внизу. Рекаунт. Ты вообще его, не? Ага. Бил вообще? Чё ты там где-то внизу рекаунта на 11 месте? Или ты типа просто... Надо просто подумал, что ты танчишь. Не-не, всё нормально. Войско откуда шло? Можешь давать. Он ДК в рейде там летит.
Да, ну, в 4 тела, да, и выйдет. Там выйдет. Да. Если КВ 25 обычки сделал, то сейчас не сделаешь, да его? Давайте отбивайте ману, у нас никто не падал вроде на совете. Бафы обновлять не нужно, сумани тебе там. На трэше падали люди. А, да, да, да. Забафайте людей заново, тот падал на трэше. Рыба стоит справа от рейда, ешьте рыбу, давайте фулл баф, начнем. Убирайте сразу рейндж, хилы в центре, в центральном круге не стойте, где РДД желательно хилы там стоят. Посыпать по вот этой... По кружку вот этому черному РДД растягивайтесь, рейндж набирайте там, а потом не бегать. Давайте баф чек на пул. Сразу там встаньте слева, справа, там равномерно распределите. Травмат просто, что не хватает. Лапу дайте, лапу дали уже. Хавкер готов. Пристабаф дайте. Волкер, давай пристабаф, ты один приз в рейде. Нет, 22, козырь дай, ты тоже можешь давать. Пристабаф. Козырь дай, пристабаф. Волкер, ты тут? Волкера покажет. На сотку. Да? Волкер, ты тут? Ответь, напиши да, нет. Волкер. Понятно. Бьем босса уже. По пулю. Берите рейндж справа. Берите агро. Берите за агро. Справа мало РДД, Леголас, тени. Везите с левой стороны, там направо, у вас там много слева. Леголас, пустишь, он просто мага найдешь, если он маг, просто подойди к Леголас. Парк, сбегайтесь. Тени 3 секунды готов. Никон тени. Следующие тени милики в левую сторону полетите, а не вправо. Можете сразу слева от босса встать, чтобы вам быстрее было бы. Теночки. Пак сейчас 3 секунды готовьтесь носить. Тени 3 секунды. Леголас, тень. Просто беги, за ним укус получай. Не будет. Так, надо 20. Антифир киньте сейчас на центень. Я подвис. Травмат. Сам антифир сними сейчас с себя, травмат. Ключик, когда он по теням побежал. Наберите рейндж сейчас. Наберите 8 метров рейндж друг от друга. Не стойте близко. Милики к стене нужно прижиматься вообще. Вы все равно не бьете босса, пока он вверху. Кильте рейд. Хорош. Пак, готовьтесь носить сейчас. Носите пак, тени 3 секунды, готовьтесь носить. Милики в правую сторону выносите тени. Травмат, в правую сторону беги. Молодец. Можешь прожать стойку дефа, чтобы меньше урона получить.
я укушу мизантроп. Щенов там покусать. Чтоб хилил лучше. Фак, сбегайте с тени, 2 секунды тени сейчас. Мизантроп тени. Отойдите от него. Мизантроп, иди сюда. Алика, я тебя укус. Тени сбегайте. Точнее, пак. Тени сейчас 2 секунды, одна. Блэк зомби тени. Сейчас мы без зомби пойдем. Просто для слабаков. Мы и так убьем. Ну, можно дать вообще. Но мешает. Тени 5 секунд. Не спать, люди. Было, люди. Что, вы добить не сможете? Да вы не добьете, падайте. А чё ты рост не дал? Так я тебе не говорил. Ну блин. Ну вы собрались. Вы что, не в курсе, что укус надо передавать? Да, там подстава. Валера, хилов нету смысла кусать на лане. Укус хилам ничего не дает абсолютно. Ну а никого не бросать вообще тоже, блядь, не вариант, нахуй, кто за контроль. Да, ты думаешь, они укусили хилов, потому что, ну, типа, так нужно было, они просто укусили ближайшего, наверное, и все, чтоб проще было. Ну, ты сказал укусать хилов, я не знаю. Ну, так я думал, это третий укус уже, какая разница, какого кусать. Блин, просто троих людей передо мной укусили. Все, блин, слева были, и все побежали с укусами туда. Потому что РДД стояли слева, я сказал слева, переведите на правую сторону. Мы два человека справа стояли, все РДД стояли слева. Они там друг друга перекусали, побежали потом через в центр кусать хилов. Это не потому что я. Я с самого начала, если помнишь, сказал, типа, что слева стоят все РДД, а справа я и сова стояли, и все. А они просто слева, понял, всех же перекусали. И поэтому так и получилось, что они пошли искать кого-то нового в центр, поближе. Мелизону надо бросать. В мелизоне будут укусы передаваться. Ну, еще, ну, типа. Ну, ты мог бы и рост, и сам додуматься, да. Хуй знает. Да уже просто я думал, так добьем там. Сколько? А я тоже думал, что так добьем. 5% нюх. Просто меня в контроль взяло. Я хилю по 300к ее, конечно, вы не добьете. Какой молодец. Ну. В принципе, да, тут просто, ну, немного не повезло. Я думал, что мы и так добьем. Там уже оставалось пара миллионов. Семь минут. Ну, там быстрее вставайте, бегите, ресайте. Да. Ралька, ты следующее тело не покидай там. Потому что твой шкаф. Там, в принципе, после... Там трех укусов можно раздавать. А там спускается, как... Там укусы передаются после того, как она спустилась. Еще раз. И можно отдавать раз. Не с таким ДПС. ДПС не главное. Здесь ДПС хватает, 270 ДПС, это вполне проходимый ДПС для зомби. Это не, ну просто это не непривычный для нас, для нашей гильдии, не овергирный ДПС, но типа нормальный, убивать можно. За 5 часов. Ну он баф же проходится, у меня же сниже ДПС.
Не, у нас больше, у нас там 300. У нас просто, ну видишь, тут много новых, сильно одетых, мало добавочек. Мак, Оксана, а чё ты там стоишь? Пять минут. Кончит там кого нет. Вот маг там бежит еще. Сделай чек нахуй там. Рыба стоит возле шкафа недалеко. Ешьте. Открывайте ману, давайте там фулба. Дайте укус сорвать. С ракет дам. Передай мне укус сразу. Не знаю. Ну все, все вроде бафы раздали, чек на пул, наберите сразу рейндж, станьте равномерно, еще раз говорю, слева, справа, посмотрите, где больше людей, бегите все на левую сторону, справа тоже станьте РВД. Крестобаф есть, вроде давали крестобаф. А темный туда бафайте. Темный магия. А, Волкер, ты тут? Волкер, ты опять АПКшечь? Перебудуй! Волкер. А что он там писал? Он что-то писал. Кстати, кто спулил босса в тот раз? ДЦ. Никто не видел? ДЦ. Легас. Озер, это ты спулил босса, да? Пинанс. 4 минуты. Да не он, блин. Ты ему был уже заявы. Зачем ты даешь ГП? Ну а чё он сидит? Давайте посидим тогда, хули. Вот так. Это было неразумное. Боже. Зачем ты это делаешь? Ладно, бьемся. У нас и здесь были, там его. Пусти меня же, голос. Пять секунд тени. Тебя это кого? Маркер Хант. Костерей кинул. Пак, пять секунд. Готовьтесь носить пак. По сабику сбегайте с центра. Уберите рейндж, 3 секунды тени, готов. Я сзади. Берите в правую сторону тени. Блэк зомби в правую сторону будет. Вправо. Ну зачем ты побежал по той же самой. Я слева стоял уже, когда увидел. Когда увидел? Или когда услышал меня? Ты еще не видел, что слева лужа была? Пак, 5 секунд готов. Я бы пока перебегал, как раз с мелька бы всех залил. Дальше бежал. Уберите рейндж, 3 секунды тени. Козырь тени. Садите от него. Сова, уйди. Мизантроп, уйди из лужи. Пад сейчас будет. Тени 3 секунды. Пир на цель. Он же сам себе. Все, отойдите от луж подальше. Отойдите от луж подальше, не берите рейндж. Вы в лужи не забегали. Уберите рейндж, билики. Роксон, подними в мезантропа. Доксон, мизантропа, рейс. Пак, готовьтесь. Тени 3 секунды. Наберите рейндж между собой, не стойте кучно. Волшебно тени. Блять, пак, куда ты побежал?
снесли шпак. Он может, я предполагаю. Его не снести минут секунд 30 на 7. Сколько укусов есть? Кто вперед? Кончился, и все, я прошел назад. Тени 2 секунды. Контроп тени. Рост. Рост. Пак сейчас носите и тени 4 секунды. Зантроп тени. Красава Леголас. Стоял, хилы к нему сбегаются. Сейчас умру. Все, наберите рейндж, добивайте босс. Кстати, кого засчитал? Ой, подруха. Сука. Багруха упала, да? Угу. Джерри, как дела? Здорово! Вера! Алло! Что? Я пойду на 4 минуты. На 4 минуты отойти хочешь? Да-да. Подруха нужна кому-то? Вопрос. Значит, я забираю за фул ГП. ГЦ. Сейчас тапки не упадут. Мадон, у меня что-то не работает. Что тапки упадут и просто заберешь. Паладин жрец чернокнижник. Ребят, есть в рейде кожевники? Да. Эти кожевники зачем? На штаны надо улучшалочку. Нужны печеньки кому-то с обычки? Защитника. Защитника? Рога, зачем тебе защитника печеньки? Наверное, мы еще быстрее пришли, да? Обнажите клинки, соратники! Стоять за королеву льда! Лучше умереть сейчас, чем опять... Не знаю, почему мы идем на чумку, потом пойдем, если убьем Синдру. Это пустой бутылок. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьем... Таня, у тебя есть сереги? Кроме ледяного шара. Каску мне дай. Квадрат бейте сначала. В первую очередь квадрат.
Теперь звезду заливает. Вы сагрите дальше, конечно. Убейте звезду сначала, потом этих защитников. Бой скрип, что есть. Ромбик бей, ромб, левом, самое дальнее. Теперь РДД печеньку заливать, милите остальной трэш. Там не получится у вас. Есть спек хилов у кого-то из ДД? Мизантроп, да. У тебя Эрдру есть? Аня, у тебя холипал, да? Да. Мизантроп, у тебя Эрдру есть? У кого есть еще спек хилов? О, волшебно, тоже спекайся в хила тогда. Всех вот на Патрисе, волшебно, мизантроп, спекайтесь в хило. Ну, после трэш. Никон Блэк Зомби, почему вы там где-то сзади? Сейчас суманем. Подожди. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Сейчас мы Вальку убьем и поставим шкаф суманем.